Привет! Я надеюсь, вы надели наушники. Буквально час назад я получил посылку, которую, как мне кажется, мечтают получить многие велопутешественники. И сегодня будем распаковывать Апидуру. Меньше слов, больше дел. Знали, каких усилий мне стоило дождаться и вскрыть ее прямо на почте, принести домой, поставить камеру, свет. Ух, я в предвкушении. Мне очень хочется поскорее ее распаковать, повесить на вельчик и хотя бы просто прикоснуться к ней. Погнали распаковывать. Скажем так, обшитый яркой мягкой тканью. Его при необходимости можно достать и, во-первых, немножечко увеличить объем бензобака, во-вторых, сделать его более легким. Это очень крутое решение, жирный лойс. Все, закрываем эту сумочку и приступаем к самому интересному. Подседельному баулу.
что приятно, а пендура тактильно, очень классная. Начиная от пакета, в котором приходит посылка, и внешне, и тактильно, и упаковки, в которых лежат сами сумочки. Ну и, конечно, сами сумки и на ощупь, и по качеству исполнения выше всяческих похвал. На этом на сегодня все. Сегодня эти сумки мы только распаковываем, но уже совсем скоро начнется велосезон. Попробуем их в действии, посмотрим в бою. Если остались какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии. Ну и как всегда, спасибо за внимание, жмякайте лайки, колокольчики и все дела. Если есть вопросы по сумкам, добро пожаловать в комментарии. Искренне желаю вам того, чтобы ваш сезон начался лучше, чем мой. До скорых встреч!